ученица Самарской кадетской школы номер 95 Александра Ченцова в подобных акциях принимает участие не в первый раз. Говорит, хочется ощущать свою причастность к великой истории родной страны. Я здесь, чтобы правильнее сохранять памятники, потому что это гордость страны. В то время было не очень просто, и я считаю то, что надо сохранять, гордиться этим, чтобы они были чистыми, чтобы каждый, когда человек проходил, видел и гордился этими событиями. Позицию Александра разделяет и Клим. Он уверен, что нужно бережно хранить память о прошлом. Я считаю, что сохранять памятники Великой Отечественной войны для нас очень важно. Особенно в наше непростое время, когда люди начинают забывать и переписывать историю. Я считаю, что не должно быть такого, и мы должны хранить эту память. Память о том, что случилось. Тогда. В этом году в Самаре приводят в порядок памятники, посвященные периоду Великой Отечественной войны и находящиеся на балансе Центра технического и хозяйственного обслуживания в рамках всероссийской акции «События немирной жизни». Сегодня отмывали стелу ветеранам ЦСКБ «Прогресс» к 40-летию победы в Великой Отечественной войне на проспекте Юных Пионеров. Кроме того, кадеты под чутким руководством сотрудников Центра обновят информацию о памятниках на сервисах Яндекс.Карты. Как и показывает практика, именно по сервису Яндекс.Карты некоторые памятники на аллее трудовой славы конкретно расположены не на своих местах, имеют неправильные названия, точнее ошибки в названиях, а также на фотографиях, которые мы видим на этом сервисе, часто изображен не этот памятник, либо его старые фотографии. Поэтому их надо уточнить, нужно актуальные фотографии загрузить, актуальный внешний вид памятника, плюс чтобы он был весь в кадре и красиво выглядел. До конца сентября кадеты и сотрудники Центра технического и хозяйственного обслуживания помоют 29 самарских памятников и обновят информацию о них. Работы на трех объектах уже проведены. Это стела ветеранов завода «Металлист», стела памяти погибшим ветеранам-жителям поселка Яблонька по адресу Георгия Димитрова, 81, а также стела в честь строительства магистрального газопровода Бугуруслан-Куйбышев на аллее рядом с парком металлургов. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.